Всем привет, с вами Катя. Сегодня мы поговорим на тему прикорма. Поговорим не на самую приятную тему, а именно о ситуации, когда ваш ребенок категорически отказывается есть прикорм. Если вы сталкивались с тем, что ваш ребенок отворачивается от ложки, категорически не хочет есть, всячески плачет, и каждая попытка его накормить превращается в каторгу, то это видео точно для вас. Это видео, я хочу сказать, что это видео я снимаю не одна. Это видео я вновь снимаю с девочками-блогерами под тегом «Мама-блогер выбирает». И сегодняшняя серия наших видео посвящена питанию. Кто-то из девочек расскажет про детское питание, кто-то расскажет про схемы ведения прикорма. В общем, каждая из девочек выберет свою тему. Я же хочу рассказать об уникальной, об очень полезной книге, автор которой Карлос Гонсалес, называется она «Мой ребенок не хочет есть». Это врач-педиатр, а также один из основоположников теории естественного вскармливания. В общем, книга очень полезна и нужна, мне кажется, каждой маме. Ну и начну с нашей истории. Прикорм я начала вводить, когда моему малышу было 6,5-7 месяцев. В общем, с ним я совершенно не торопилась. Я считаю, что грудное кормление – это самое лучшее для малыша. И, в общем, примерно с 7-9 месяцев я всячески пыталась накормить своего малыша. И это категорически не получалось, потому что он вообще каждый раз отказывался есть, он отворачивался от ложки. И если в день он съедал полбаночки овощного либо фруктового пюре, то это был уже праздник. И все бы ничего, я, в принципе, вообще совершенно не волновалась на эту тему, но в 9 месяцев мы сходили к педиатру, и педиатр считается одним из таких хороших в нашем городе, и педиатр меня напугал такими теориями, что если я не кормлю ребенка мясом, то у него дефицит железа, что это большие проблемы, что он не ест, он должен сейчас съедать там столько-то граммов каши, столько-то граммов овощей и так далее. В общем, я схватилась за голову и решила, что я все делаю не так, пришла домой, перерыла интернет и наткнулась на эту книгу. Итак, что же говорит нам вот эта книга, почему же наши дети не едят? Оказывается, что взрослым еда нужна для энергии, для жизни, а детям еда нужна для роста, и поэтому нужна высококалорийная пища. А знаете ли вы, что в грудном молоке, 100 граммов грудного молока содержится примерно 70 килокалорий энергии. В морковном пюре содержится всего лишь 27 килокалорий. В яблочном пюре примерно около 50 килокалорий. Становится понятно, почему наши дети предпочитают калорийное грудное молоко фруктовым и овощным пюре. Итак, ваш ребенок плохо ест, он отворачивается от ложки, плачет каждый раз при кормлении. Есть уникальный метод, как научить ребенка есть. Я воспользовалась этим методом, и спустя 2-3 недели мой ребенок начал есть. Теперь по утрам мы едим кашу, по вечерам едим творог либо йогурт, а днем мы едим овощные пюрешки, и сейчас мало-помалу наконец-то начинаем есть мясо. И главная идея этой методики заключается в том, чтобы начать слушать своего малыша. Главное правило этой методики заключается в том, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах, никоим образом не заставлять ребенка есть. Вот такая вот простая методика действительно научила есть моего ребенка и, самое главное, вернула мне душевное спокойствие. И теперь я расскажу несколько подробнее, чего нельзя делать ни в коем случае, когда мы кормим своих малышей. Первое, никогда нельзя сравнивать с другими детьми. То есть говорить: а Ванечка съел столько-то еды, а ты вот съел вот столько-то. Сравнивать — это никогда не полезно. Ваш ребенок отдельная личность, и он сам знает, сколько ему нужно, и плевать, сколько съел соседский Ванечка. Подкуп. Никогда нельзя пользоваться подкупом, никогда нельзя говорить: съешь тарелочку, а потом получишь конфеточку. Ребенок, в принципе, должен есть не ради конфет, а иначе ребенок будет делать всегда то, что вы хотите, лишь в угоду вам. Также ни в коем случае нельзя делать самолетики, нельзя кормить ребенка перед телевизором, нельзя отвлекать его игрушкой, запихивать ложку с едой. Ни в коем случае этого делать нельзя. А что же происходит тогда, когда мы начинаем заставлять своего ребенка? Только представьте, мама для малыша — это целый мир, это безопасность, это комфорт. И тут ни с того ни с сего мама начинает заталкивать в него какую-то еду непонятную. И при этом, если он ест, еще и злится на него. Все
всячески показывает, что он уже переел, что ему не нужна эта еда. Но мы все равно, мы же взрослые, мы же лучше знаем, почему-то мы слушаем педиатров, а не нашего ребенка. На этом все. В заключение я хочу сказать, это тоже цитата из этой книги, ни одно живое существо еще ни разу не умерло от голода. Все мы, и взрослые, и дети, тоже имеют врожденные механизмы, которые регулируют наш аппетит, количество съедаемой еды и ту еду, которую нам хочется есть. Согласитесь, даже и у нас взрослых иногда бывает вдруг, ни с того ни с сего захотелось яблоко. Это значит, что организму, например, потребовалось железо. И также и дети, они сами знают, что им нужно, когда им нужно и в каком количестве. Вот о такой полезной книге рассказываю я сегодня под тегом «Мамы блогеры выбирают». Если вы хотите еще посмотреть другие видео о прикорме, видео других девочек, введите в поисковике тег «Мамы блогеры выбирают» и вы найдете. Очень много девочек уже присоединилось к нашему проекту. Все уже опытные мамочки, все владеют классной полезной информацией. Обязательно смотрите их видео, ставьте лайки, пишите комментарии. И до встречи, здоровья вам и вашим детишкам. Пока! Thinking about